Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Kia Sportage в серебристом цвете 2014 года выпуска. На бензиновом двигателе объемом 2 литра, мощностью 150 лошадиных сил, АКПП, передний привод. На автомобиле у нас имеются рейлинги на крыше, спойлер, фаркоп. Автомобиль на хорошей резине литых дисках, имеются ветровики, дефлектор капота. Пробег автомобиля 186 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Темный тканевый салон, чистый, ухоженный. Имеется музыка, стандартная печка с кондиционером, подогрев заднего стекла, подогрев передних и задних сидений, мультируль, круиз-контроль, корректор фар, электрогулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 101, 114, 108. 126, 120, 129, 124, 111, 118, 111, 131. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.